我出生在多涅茨克，我的中学现在遭受攻击，我的父母亲现在安全，他们不害怕，因为八年来我的中学一直在打仗。Hello， 大家好，我是李安。听到俄罗斯和乌克兰的事，我感到很难过。我不希望有战争。我的中学现在遭受攻击，我的父母亲现在安全，他们不害怕。因为八年来，我的中学一直在打仗。我出生在多涅茨克，在2014年爆发内战，每天都有人死亡，又是奇怪位置，我们被迫睡在避难所。我和我的父母每天都生活在恐惧中。这个情况一言难尽。我爱台湾，这里很安全。我希望将来能够带我家人来这里。谢谢你们，希望世界和平。Мука, это какой-то страшный сон. Я хочу проснуться, чтобы все было хорошо. А не бежать, блядь, даже некуда, некуда скрыться. Сука, страшно. В 5 утра начался обстрел, я первые звуки услышал, проснулся, понял, что очень на обстрел, похоже на артиллерийский. Вскочил с дивана, побежал, ну, думал идти мать будить, короче, и вот прилетело. Услышал за спиной, ну, как взрыв, я думал, где-то рядом рвануло стекла, потому что повыбивали, потому что, ну, камушками по ногам сзади дало. Думал, эти осколки стекла. Его скорая увезла, ранение, потому что левой ноги, я не знаю, осколок, не осколок, но крови много. Мирного неба, а не вот так вот, как крысы по норам, и непонятно чего.